Особенные дети должны быть интегрированы в общество. Именно под таким лозунгом прошел поющий форум «Перезагрузка». Дети и взрослые представили свои концертные номера в Центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Поющий форум появился стараниями фонда «Соратники». Он помогает воспитанникам детских домов, инвалидам и престарелым. Проект реализован на средства Министерства социального развития Московской области. Химки стали первым муниципальным образованием, куда фонд приехал в рамках проекта. На одной площадке собрались, ну скажем так, не столько таланты, сколько великолепные люди. Это всегда видно. Видно наше с вами отношение к этим ребятам, к этим людям. И мы с вами понимаем, мы же все общество. Раз эти люди есть, то наша задача, мало того, принять их, наша задача вернуть им этот мир. Этот концерт – первое мероприятие Объединенного центра «Химкинский». Он появился в результате слияния Центра социального обслуживания и Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера». Именно поэтому в концерте приняли участие не только дети-инвалиды, но и ребята из детских домов. Такие мероприятия нужны для социализации детей, для, ну, также и инвалидов, и пожилых людей. Для детей это для развития, потому что это мероприятие происходит вместе с профессиональными певцами, и они тоже участвуют, дети с ними поют. Зарождался форум как площадка для певцов, но вскоре организаторы поняли, что таланты ребят не ограничиваются пением. Появились танцоры, актеры и чтецы. Я очень рад этому концерту. Первый раз, я уже пятый, так как я еще на другие занятия ходила в детстве. Ну вот. То есть ты прям такой вокалист со стажем? Ну да, я могу там, я не стесняюсь. Ну, был и первый раз, а так все. Такие концерты для детей – настоящий праздник и еще одно окно в мир. Проявить себя посредством песни, танца или чтения стихов захотели многие ребята. Радость на лицах, активная поддержка артистов и импровизированные танцы сопровождали концерт на протяжении всего времени. Мне очень приятно принимать в этом участие. Я думаю, что если все звезды, все артисты, которые у нас задействованы в наших концертах и принимают участие, будут вместе с нами, мне кажется, мир изменится в 1000 раз. А ты меня любишь? Ага. А ты со мной будешь? Ага.